Ежегодная губернаторская премия «Наше Подмосковье» традиционно собирает самых добрых и отзывчивых людей. В прошлом году было 72 победителя. В этом году еще посмотрим. В этот раз будут вручены 1000 премий по 180 тысяч рублей. Ежегодно увеличивается количество не только лауреатов премии, но и добрых дел. От нашего городского округа в прошлом году свои проекты подали 978 человек. В этом планируется 1400. Участники, которые участвовали в прошлом году, они уже оценили пользу от этой премии, от реализации своих проектов, и они уже сейчас начинают уже какие-то свои новые проекты, и они уже знают, что данная премия помогает им в реализации их проектов. По сравнению с прошлым годом, система подачи проектов немного изменилась. Теперь вместо 7 направлений будут 4 темы. Экология, куда входит охрана окружающей среды, защита бездомных животных, популяризация здорового образа жизни. Две следующие – творчество и духовное наследие, и волонтерство, и благотворительность. Также создана тема «Прорыв», которая направлена на развитие образования, медицины и науки, внедрение инноваций, развитие информационных технологий и многое другое. С 3 июня заявки принимаются в администрации городского округа, а также в общественной палате. Подробную информацию можно получить на официальном сайте премии. Екатерина Сусенко, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».